Здравствуйте, наши дорогие друзья. Третий пятничный анекдотец у нас. Короче, муж с женой сидят такие на кухне, и вдруг муж говорит: слушай, дорогая, а говорит, представь такую ситуацию. Вот ты приходишь домой, а у меня в постели любовница лежит. Жена ему такая: да, говорит, а вот ты, говорит, теперь ты представь такую ситуацию. Приходишь ты домой, а у меня в постели любовник лежит. Муж: но-но-но! Ты не путай ситуацию с блядством. Все, ребята, здоровья вам, процветания, хороших выходных. Подписывайтесь на канал. Будет интересно. Всего вам доброго. Пока.